Сколько раз мы вам говорили, что утро, чтобы день был классным, нужно начинать с чего? Зумбы. Поэтому прямо сейчас у нас в гостях лицензированный инструктор зумба-фитнес Анна Линд. Также она организатор фестиваля «Зумбы на Байкале». И Оксана Дмитриева, лицензированный инструктор зумба-фитнес. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, девушки. Ну, мы понимаем, что прямо сейчас у нас будет такое шоу, от которого весь Иркутск взбодрится, зарядится хорошим настроением и так танцуя сделает сегодня все дела и не будет откладывать их на потом, да? Что мы сегодня будем танцевать? Сегодня мы будем танцевать один из базовых ритмов программы. Мы добрались до сальсы наконец-то. Как это здорово. Вот так. Одно слово только, да, уже о чем-то говорит. Сальса — это очень активный ритм, один из сложных ритмов программы. Он очень быстрый, очень в этой музыке много музыкальных инструментов. Но вот сегодня мы взяли помедленнее композицию, чтобы это было понятно, и чтобы наши зрители тоже смогли потанцевать. То есть это сальса ближе к румбе, если она помедленнее, или нет? Нет. Или как самбо, например? Ну, видите, это как социальное направление, да, самбо — это похожее, да, но сальса — социальное направление, которое танцевать могут все, это парный танец, но в зумбе он приобрел такую форму, что вот можно танцевать его каждый день на классах. Ну что ж, давайте насладимся этим чудесным миксом, да, девушки? Поэтому доедайте и скорее микрофон. Вставайте перед телевизором, потому что сейчас зумба, ритм, сальса. No es lo que yo quiero, solo apuntan con el dedo y sin formar mucho lío.
dile a todos tus amigos, ese es el mío. Ese es el mío. El que siempre te acompaña. Ese es el mío. Donde quiera que tú estés. Ese es el mío. En la buena y en la mala. Porque yo me lo gané. Ese es el mío. El que le canta a tu tierra. Ese es el mío. A la palma y al bohío. Ese es el mío. El que te pone a bailar. El que nació en Pinar del Río. Somos los campeones de la salsa. Somos los mejores del sol. Como yo nadie te canta una guaracha. Como yo nadie te llega al corazón. Somos los campeones de la salsa. Somos los mejores del sol. Como yo nadie te canta una guaracha. Como yo nadie te llega al corazón. Браво, 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 девушки, спасибо огромное за этот чудесный танец. Мы с Катей тоже не удержались. Мы немножко... под стоечкой тут, честно, извините, все танцевали, у нас даже буквально все получилось. Пока вы не видели, мы можем это сказать. То же самое проходило за кадром, только вот мы решили девушкам отдать пальму первенства, тем более они делают это профессионально и здорово. Еще раз спасибо вам большое. Большое вам спасибо. Понимаем, что говорить, наверное, сложно, да, после я того, как я каждый раз проверяю, и они каждый раз могут говорить. Так. Сана. На выносливость, да? Так, вы тоже в порядке, вы тоже можете говорить. Конечно. То вот Анну я просто проверяла из эфира в эфир, сейчас понимаю, что бесполезно это делать. Она может говорить всегда, она может оттанцевать полтора часа марафон, и все с ней будет хорошо. Да, мы можем танцевать и говорить, это самое интересное. Это, кстати, большое искусство, когда ты умеешь на сцене и танцевать, и говорить, и еще и петь. Ну, петь мы вас не заставляем, девушки, а вот сказать несколько приятных слов в адрес наших зрительниц, пожалуйста. Ну что, мы хотим всех поздравить с начала апреля, еще немножко осталось у нас до лета. Уже, да, как вы отметили с утра сегодня на улице, светло утром. Всем бодрого, хорошего дня, активной недели и танцуйте зумбу. Ну что, Анна Линда, Сана Дмитриева, большое спасибо. Лицензированные инструкторы зумбофитнеса, а также организаторы зумбофестиваля на Байкале. Смотрим городскую афишу и скоро к вам вернемся.